дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня у меня для вас рецепт блюда из армянской кухни. И это блюдо называется бураны. Рецепт этого блюда очень прост. Основной ингредиент этого блюда – свекольная ботва. Крупно порежем свекольную ботву. Если стебелечки свекольной ботвы очень жесткие, сначала нужно отварить эти стебелечки до полуготовности, потом только добавить листья, потому что жесткая часть долго варится, а листья к этому времени разварятся. Так как у меня очень молоденькая ботва, нежные стебелечки, я сразу все вместе порежу и отварю. Конечно же, я заранее все промыла и высушила. В кастрюлю залью около 1 литра воды. Конечно же, эта вода не покроет полностью до верха ботву, но много воды не надо, поскольку свекольная ботва сама по себе очень водянистая зелень. И в процессе варки ботва выпустит очень много сока. Кастрюлю поставлю на плиту, доведу до кипения, убавлю огонь и буду варить ботву до готовности. Ботва уже готова. Вот я проверяю, стебелечки уже мягкие. Нужно слить воду. Оставлю так на столе, чтобы стекла лишняя вода. Лишняя жидкость хорошо стекла. Теперь эту массу нужно слегка обжарить на растительном масле или на сливочном, или на топленом масле. У меня топленого масла нету под рукой, я буду обжаривать на сливочном масле, но если вы против и топленого, и сливочного масла, можете обжарить на растительном масле. Но на сливочном масле будет вкуснее. Кстати, рецепт топленого масла есть на моем канале, ссылку найдете в описании под этим видео. Я положила в сковородку около 30 грамм сливочного масла. Количество масла можете взять на ваш вкус. Теперь нужно посолить. Соль тоже добавляем по вкусу. От килограмма сырой ботвы у меня вышло вот столько. Потому что ботва очень водянистая трава, зелень. И теряет в объеме больше половины. Сверху закрою крышкой и дам потомиться пару минут. Бураник готов. Смотрите, на дне сковородки не осталось жидкости. Отключаю плиту и буду готовить соус к бурани. Готовим соус для бурани. Нам для этого понадобится мацун, чеснок и немножко соли. Если у вас нету мацона, можете заменить сметаной или йогуртом без добавок. Добавляем чеснок, добавляю соли немножко, перемешиваем. И чесночный соус готов. Наше блюдо готово. У меня из такого количества ботвы вышло 2 порции бураны. Теперь сюда добавлю немножко соуса, то, что мы только что приготовили. И можно есть лавашем. Очень вкусно получается. Если вы приготовили бураны на растительном масле, его можно есть и в холодном виде. Я сегодня с вами поделилась полезным и легким в приготовлении блюдом из армянской кухни. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно попробуйте. Это очень вкусно, очень полезная и очень здоровая еда. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения и до новых встреч!